выполнен в рамках программы государственной модернизации и развития автомобильных дорог Тульской области, которая была разработана и создана по поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Все работы выполнены качественно, осуществлялся контроль на протяжении всей реконструкции. Но, несмотря на все трудности и сложности, так скажем, технического процесса, где-то порядка месяца-полутора подрядчик выполнил работы раньше.